Добрый день, мои дорогие! Отвариваем рисовую лапшу в подсоленной воде буквально 2-3 минуты. Берем чеснок, 2 зубчика достаточно, имбирь, мелко измельчаем. Пассируем на растительном масле буквально минуту. Далее 2 минуты вместе с креветками уже. И в другой емкости пассируем зеленый горох с брокколи. Добавляем растительное масло и кокосовые сливки. По вкусу перец, соль и горчицу. Также буквально 2 минутки пассируем на огне. И приятного аппетита и любить!